Господин вице-президент, вы знаете, что мы провели весьма плодотворные переговоры главы государства Ирана, президентом Ирана. Однозначно констатировали, что основой любых отношений и взаимопонимания является экономика. Ну а в экономике главный вы. Поэтому реализация наших договоренностей будет в основном зависеть от правительства Ирана, которое вы возглавляете. Ну вот я посмотрел некоторые образцы, то, что вы творите, вы меня поражаете. Вы создаете весьма высокотехнологичное оборудование, в котором нуждается весь мир. Возьмите турбины, потом информационно-коммуникационные разные вещи, которые показали там, лекарства самые современные и по цене доступные. Это дорогого стоит, мы готовы по всем этим направлениям с вами сотрудничать. И если у вас есть интерес, давайте будем создавать совместное предприятие в Беларуси и торговать по всему миру. Слово, господин вице-президент, в результате этих успешных переговоров мы вам подкинули значительный объем работы. К вам просьба одна. С нашей стороны задержки не будет. Одна просьба, чтобы мы обязательно реализовали в течение этого года все наши договоренности. И тогда мы, ну, очень спокойно можем добавить больше 100 миллионов долларов товарооборота. Спасибо. Очень хорошо. Спасибо за ваши добрые слова. И еще раз приветствую вас на территории Ирана. Я читал историю о вашей карьере и заметил, что вы являетесь таким исполнительным директором. Хорошо руководите работой. И это создает у нас хорошую возможность пользоваться вами и минимизировать срок выполнения всех ваших договоренностей. Ну да, директора, в общем-то, настроены. У нас министр директор вчерашний, поэтому он конкретный человек. Поэтому да, директора, они такие по характеру. Надо достать и положить.